Окей, короче, въезжаем в страну медведей. Короче, такой постер. На красном фоне написано: ты находишься в гризли стране. На медведе написано: нелегально их стрелять. Вот, и запрещено их кормить. И по сверху вниз. Кормление диких животных незаконно. Накормленный медведь — мертвый медведь. Типа спрячь еду, не оставляй мусора. Потом на красном мы уже переводили, что ты находишься в гризли медвежьей стране. Короче, здесь куча медведей живут. Прикольный постер. Ну что, поехали туда через мост посмотрим. Я хотел тропинку посмотреть. Закрыто. Только мне очень жарко, капец. Вовка, ну надо сфотать эту красоту, блин. Так я на камеру вообще снимаю все это дело. Ну, камера-то хорошо, а фото... Хочешь остановиться? Ну, я нормально, ты как-то.
Я хочу к воде. Давай, давай покушаем. Унища, какая водичка. Это брошено или нет? Вот. Ох, какая. Хотела красивых фоток? С мужем ездить надо. О, красивых. Слушай, вот это видок. О, давай, о, Вовка молодец, хорошую придумал идею. Давай, видок. Можно вот сюда залезть наверх? Давай, сейчас сделаем. Ух ты, как тут прикольно. Почувствуй себя трактористом. Спасибо. Слушай, а где у него руль? Какая штука. Сейчас раз поехал. Ну тут как бы сзади, конечно. Лавина была, нет? Приехали.
это будет фан сейчас. Снегов, по-моему, да, я помню, что здесь, короче, можно прям до скал где-то доехать. Поехали. Скалы и снега. Слушай, какой он грязный, а. Нормально все будет. Морковка, блин. Вовка, покажи свою морковку. А чего у тебя фара задняя моргает? Моргает? Или это катафот? Это галюны мои галюны. Не, все нормально. Ой, как жарко. Вовка, смотри сюда. Вот, смотри, что это моргает. Да все нормально. Это катафот или что посередине? Вот это? Да. Это задний свет? Слушай, вот кайфовый аппарат, а? Слушай, ну если тут наверху такая жара, то внизу тоже жарко? Не, ну тут очень жарко.
Но это на самом деле большая хит-вейв пришла, то есть я именно поэтому не летаю, потому что везде одинаковая температура по слоям. Игорь тоже такой расстроенный, типа, вот такой выходной, а я летать не могу, типа, говно. Именно так и есть. Это хорошо, но покататься можно. Вон мужики стоят. Но там снег. Это жесть! Ну-ну-ну. Что, подождем? Назад?
все, приехали. Эй, стой, 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 стой. Есть, нормально. Пугаешь меня? Ну да, полюбаться моя очередь. Ой. Приехали. Все, приехали.
Нереально. Далеко уехали, вообще пипец. Да. Это будет интересно. Штука, а? Крутая штука, а? Поцарапали.